Знаете ли вы, какой вид спорта считается самым популярным и самым массовым в мире? Подсказка. Там есть команда, там есть мяч и там есть ворота. Думаю, вы уже догадались, речь идет о футболе. Камчатка не исключение. Здесь этот вид спорта любят, в него играют и даже воспитывают футболистов с самого раннего детства. Вот они, будущие Акинфеевы, Роналдо и Месси. Маленькие спортсмены еще не все умеют завязывать шнурки. Требуется помощь тренера. Но зато попадать в ворота умеет каждый. Не всегда, конечно, получается, но стремление есть. А это самое главное. Я видел один раз по телевизору, как играют в футбол. Мне понравилось, я захотел поиграть тоже в футбол, научиться, чтобы играть, как все футболисты. А есть ли у тебя любимый футболист? Да. Кто? Месси. Мне больше всего нравится, но мне бить полово там. На тренировке с каким настроением приходишь? Веселым. Хочешь стать футболистом профессиональным, да? Да. Ты хорошо тренируешься для этого? Да. Как рассказывает тренер юных футболистов, этот вид спорта развивает выносливость и скорость, учит играть в команде и разделять с товарищами победы и поражения, позволяет проявить лидерские качества. Задача наша главная – воспитать человека, который любит заниматься спортом. Вот. Не у всех получится стать футболистами, но наша задача попытаться вырастить взрослого профессионального спортсмена. Мы занимаемся детьми не только просто пинаем мяч, да, как вы видели, мы тут занимаемся профилактикой там, плоскостопия, повышаем подвижность голеностопного сустава. За дверью зала юных спортсменов ждут преданные болельщики, родители. Но на время тренировки самый главный тренер. Он и папа, и мама, и друг, с которым можно посмеяться в перерыве. Уже на одной волне с детьми, где-то там подшутил, где-то подколол, где-то немножко тон повысил. И они уже ко мне привыкли, я к ним привык. Раз, два, три. Футболисты еще совсем маленькие, у тренера впереди много работы. Но кто знает, может быть, кто-то из камчатских спортсменов прославит сборную России на чемпионате мира по футболу.